Гостей на открытии нового объекта торжественно встретили творческие коллективы районного Дома культуры. Поздравил всех присутствующих со знаменательным событием исполняющий обязанности главы администрации района Ахат Кутлуахметов. От имени всех кургазинцев выражаю огромную признательность инвестору данного проекта общества с ограниченной ответственностью «Авилар Салар Технологи» под руководством генерального директора Олега Игоревича Шуткина. Коллективу строителей этого важного объекта за содействие и своевременно выполненные работы. Хочу пожелать вам плодотворной работы, дальнейших успехов, созидательной деятельности на благо Многонациональной Республики и России. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с открытием второй очереди солнечной электростанции. Также в рамках мероприятия за профессиональные достижения были вручены благодарственные письма лучшим сотрудникам Бугульчанской солнечной станции. Приветствую награждаемых! Первая очередь станции была запущена в декабре 2015 года с мощностью в 5 мегаватт. Теперь, после запуска второй, мощность станции составляет 10 мегаватт. После традиционной церемонии перерезания красной ленты гостей пригласили на видеомост с форума в Уфе с министром энергетики России Александром Новаком. Генеральным директором компании «Хэвел» Игорем Шахраем, также вышедшим на прямой эфир со станции, было объявлено, что в будущем планируется увеличить мощность станции до 60 мегаватт по республике до 2018 года. Одним из почетных гостей мероприятия стал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авилар Солар Технологи» Олег Шуткин. Компания является оператором проекта Бугульчанской станции. Он поблагодарил всех сотрудников за успешную деятельность на действующем объекте, а также районный муниципалитет за поддержку в строительстве станции. Здесь, в Кюргазинском районе, нам обеспечили, выделили землю под строительство. Для нас это один из самых главных факторов поддержки местных органов власти, когда нам обеспечивают площадку и присоединение к сетям, а мы таким образом обеспечиваем полностью собственные инвестиции, вкладываем в район, в регион, обеспечиваем создание рабочих мест на период строительства, это около 100 рабочих мест на период эксплуатации свыше 10. Пришли с большим желанием, потому что Башкирия – это один из тех регионов, который горячо поддержал развитие солнечной энергии, и особенно в тех местах, где есть энергодефицит и есть возможность для промышленного роста. Это вот Зауралье и юг Башкирии. Гульназ Филатова, Игорь Хлопотов, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».